Теперь моя рекомендация по бородавкам. Я уже как-то о них рассказывал и даже видео снял, что, что, как и делать. Можете найти, но повторю. Смотрю ленту, что там мне YouTube выдает. Ага, бородавки, папилломы. Чтобы их там свести, надо приготовить вот такую-то, такую-то смесь. Ну, я буду говорить конкретно о бородавках. Папилломы — это несколько иное. Так вот, там где-то два пузырька каких-то там, еще что-то. А вообще-то есть такая смесь, продается в аптеке, называется чистотел. И это чистотел, не растение чистотел, а какая-то такая ядреная гремучая смесь, которая выжигает. Вот. И рекомендуют все, значит, автор смешать это там определенные там пропорции, там наносить. Короче, выжигать. При этом, как автор не понимает суть бородавок, так и медицина не понимает суть бородавок. Вот, пытается, значит, их выжечь. Привожу пример со своей практики. У моего племянника, он еще ребенком был, где-то лет примерно 9-12, где-то так, появились бородавки на пальцах. Ну и вот, естественно, не знаючи, воспользовались этими рекомендациями. Чистотелом прижигали. В итоге бородавки остались, а зато на пальцах остались шрамы от действия этого чистотела. И ребенок уже начал комплексовать. Не из-за того, что бородавки, а из-за того, что руки становятся от этого лечения уродливыми. Вот. Ну и наконец-таки вспомнили бабушкин метод не выжигать, а сводить бородавки. Но для этого выбирается определенное время. Как правило, это убывающая луна. Берется картошка, на которую сводится бородавка. Картошка разрезается, но картошка должна быть с уродцем, с уродством, которое напоминает собой бородавку. То есть не просто она картошка гладенькая, а на ней там такой какой-то выступ, напоминающий бородавку. Вот. И это все, значит, с определенной молитвой трется. Потом, значит, соединяется и закапывается. И вот они были-были. А потом только хоп, буквально таки, за одни сутки. И исчезли. Теперь я сам. У меня одно время тоже так, особенно в Москве, когда я был, начались бородавки. Ну, как начались? Я там обычно какие-то предметы нахожу, подбираю, монетки, там еще что-нибудь такое. А на них-то, как правило, и что-то нехорошее сводят. Ну вот у меня на руках начались эти бородавки. Естественно, я тоже вначале попробовал. А потом, когда сестра рассказала, я начал действовать. Молитва очень простая. Матерь Божия на белом камушке сидела, плакала, надрывалась, работу унимала. Шелковая нитка, оборвись. Бородавка у раба Божьего, ну, в данном случае Геннадий, отвались. И так я поделал, хоп, прошли. И в некоторых случаях даже не обязательно тереть. У меня был случай, когда я в Петербурге издавались мои книги, я приехал. И вижу там у молодой девушки
редактора. Такие вот бородавки. Такие созрелые, знаете, такие хорошие. Доброго здоровья! Вот. И я говорю, ну, пора применить свои знания, что я знаю, умею, на ней. И вот эту молитвочку так прочитал. Даже ты какую-то другую, вам здесь не быть, вам здесь не жить. Вот. И приезжаю примерно недельки через две, глядь на руки, а их нету. То есть бородавки можно и нужно сводить. Это нечто другое, ничего там выжигать не надо. Это надо понимать. Теперь насчет папиллом. Я вам уже рассказывал, что когда я вел клуб «Бодрость», это где-то 84-90-е годы того века, приходили разные люди. Пришла такая женщина, видно, Лиля Федоровна, у нее там на ухе вот этот вырос какой-то непонятный был, типа рожка. Я говорю, ну как Петрович избавиться? Я говорю, ну давай чистотелом. Клизма, она такая раз поделала. И вышла, значит, говорит, как куриный пупок, кусок мяса после второго там курса клизмы. И эта ерунда на ухе заслухала и отпала. То есть папилломы есть не что иное, я так считаю, типа полип сидит у нас где-то там в кишечнике, а ему надо вот, как бы сказать, смотреть снаружи тела, что там такое. То есть и получается вот такое вот образование типа папилломы. И вот когда мы это понимаем и действуем, у нас получается такой 100% результат. Если же это мы не понимаем, опять-таки, свой собственный пример. Заболел у меня мой хороший знакомый. И мы, значит, поехали на Украину. Там, значит, врач, вот он, повторно нашел метод лечения там онкологии. Особенно вот меланомы, там ее прижигает, она как печеное яблоко. Ну вот так вот. Я свозил, значит, своего знакомого к нему. А он посмотрел его, говорит, что, мол, да, нет, тут что-то другое. Хотя у него там под коленкой такая, как, знаете, похожая на тютину, родинка такая, она уже крупная. Ну ладно, нет, так нет. Вот, я говорю, вот у меня тут на шее папилломочка есть. Одна папилломочка была. Ну, давай, мама, ее сейчас прижжем, лег я. Прижили мне эту папилломочку, все вроде как она пощипала там, вроде как отвалилась. Ну, вот. А потом примерно где-то недельки через две, если не меньше, ну так в среднем, обсыпала шею папилломами. То есть мы не повлияли на то, что на корень, который здесь, как бы сказать, на вот эти внешние отростки. И это просто-напросто дало, как бы сказать, стимул для того, чтобы это все по-новому начало расти. Вот такой вот результат у меня. И положительный, и отрицательный. Поэтому я хотел сказать, вот разные системы координат. Причем есть координаты правильные, система правильных координат, которая проверена столетиями, тысячелетиями. В этих там бородавках там и в некоторых иных вещах. А есть вот какая-то современная, они видят, о, вот мы видим, вот на нее воздействуем и все. Не понимая, что это лишь следствие, а причина совершенно в ином месте. И воздействие на
следствие, не затрагивая причину, порождает совершенно противоположные результаты. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malakhov.pro. Доброго здоровья и до новых встреч!